В Вязниках из окна выпал 6-летний ребенок. Как сообщает региональный следком, мама готовила ужин на кухне, а сын в соседней комнате подошел к окну, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты 8-го этажа. Увидев ребенка лежащим на земле, мама вызвала скорую. Сына госпитализировали в областную клиническую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. В настоящее время следователь старается устанавливать все обстоятельства происшествия. В условиях начинающегося летнего сезона следственное управление СК России по Владимирской области напоминает об обязанности взрослых обеспечить безопасность жизни и здоровья детей. Между тем, полицейские приводят статистику по данной проблеме. Только за последние 4 дня было 4 выпадения детей из окон. В Гусь-Хрустальном 5-летний малыш упал из окна 2-го этажа. Во Фрунзенском районе Владимира травмы получил 2-летний ребенок, упавший с высоты 1-го этажа. Днем ранее с высоты 5-го этажа упал 6-летний мальчик. Все случаи как под копирку. Дети выпадают, облокотившись на москитные сетки, которые не выдерживают даже небольшой вес ребенка. На официальном сайте УМВД области правила, как избежать трагедии. Основные – никогда не оставлять детей без присмотра, а на окна ставить замки-фиксаторы.